27 декабря – официальная дата основания МЧС, которой и был приурочен праздник «День спасателя». Сегодня в торжественной обстановке дмитровским спасателям были вручены заслуженные награды. Одним из первых сотрудников приехал поздравить депутат Московской областной думы Дмитрий Кононенко. Он вручил нагрудные знаки Московской областной думы за содействие закону, а также почетные грамоты и благодарственные письма. Разрешите вам пожелать того, чтобы в вашей трудной работе вас с радостью встречали ваши семьи, чтобы вы приходили туда живые, здоровые, желательно не сильно уставшие, а наше население поменьше обращалось к вам за помощью. Потому что чем меньше происшествий, тем лучше. Но вы всегда на своем боевом посту, и мы знаем, что вы есть. Нам от этого значительно теплее и светлее. Большое вам спасибо за службу. С праздником вас! Количество поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы наши сотрудники, не поддаются подсчету. Спасатели прибывают по первому зову в случае аварий в жилых домах и на промышленных объектах. Всегда в любой ситуации спасатели МЧС готовы прийти на помощь каждому, кто нуждается в помощи. Поздравил с профессиональным праздником спасателей и заместитель главы Дмитровского района Валерий Лазовский. Он приветствовал командование части и личный состав, выразил благодарность за проделанную работу, за отвагу и мужество. Я хочу поздравлять вас с профессиональным праздником и от себя лично, и прежде всего от имени главы Дмитровского муниципального района Елены Борисовны Трошенковой, членом комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности нашего района, поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам, конечно, успеха в вашей нелегкой, но, еще раз подчеркиваю, благородной и почетной службе, работе, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого-самого доброго. С праздником! Валерий Лазовский вручил благодарственные письма администрации города и района. Все присутствующие искренне и с любовью поздравили всех спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасать жизни других совсем незнакомых им людей. В этот праздник хочется пожелать всем спасателям, чтобы они были счастливы и здоровы, а также, чтобы в их жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных и спокойных дней.